Лошади были спутником человека с давних времен. Они, как настоящий преданный друг, не торопят в принятии решений и помогают обрести новые силы. Благодаря такому союзу и появилась ипотерапия – уникальная методика реабилитации с помощью верховой езды. Это Кася, и она настоящий врач. Сегодня она проведет занятие по ипотерапии. Несмотря на отсутствие медицинского диплома, она настоящий профессионал в своем деле. А эффективность занятий с ней заметна уже после двух первых. Кассандра – башкирка рыжей масти. Благодаря небольшому росту она идеальный партнер для детей. В день Кася может провести до 4 занятий по ипотерапии. По породе очень хорошо подходят вятки и башкиры. Но только башкиры, они упрямые. То есть башкиры не все подходят. Вот Кассандра как раз-таки она башкирка. И она очень хорошо чувствует детей. Она с детьми прекрасно работает. То есть если коня, скажем так, правильно воспитывать, то они подходят идеально. Они невысокие, у них потрясающая энергетика, они сильные достаточно. Часто ипотерапия становится одним из методов реабилитации для людей с ограниченными возможностями и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако такие занятия с лошадью помогают и здоровым ребятам. Улучшают координацию движений, развивают внимательность и расслабляют. У нас был ребенок, который, когда пришел к нам, он не умел разговаривать, он не умел держаться, двигаться. То есть через полгода после занятий ипотерапией ребенок самостоятельно ходил, обнимал лошадку и общался, разговаривал. То есть вот настолько ипотерапия благоприятно действует на детей. Первая задача тренера – помочь ребенку познакомиться с лошадью. Эти животные очень чуткие, поэтому могут перенять настроение наездника. На первых занятиях дети учатся понимать лошадь и общаться с ней. Далее начинаются упражнения. Юной наезднице Яне предстояло на ходу поймать игрушку, пройти вперед с закрытыми глазами и даже перенести ноги через шею или круп лошади. Давай, перекидывай ножку. Перекидывай. Вот. И на ту сторону. Давай, давай, давай. Перекидывай. Хорошо. Все это происходит под чутким руководством тренера Ирины. Девушка – дипломированный специалист по психологии и работе с лошадьми. За 40 минут ипотерапии мы увидели, как изменилось настроение Яны. Если в начале занятия девочка была серьезной и сосредоточенной, то к его окончанию заливалась смехом. Юная наездница приходит сюда уже 4-й месяц. Результаты ее работы с Кассандрой налицо. Изменилось, на самом деле. Даже со стороны смотришь, как она сидит на лошадке, осанка прям видно. Держит. Вот с нами занимается тренер Ирина. И стало как координация получше. Поэтому классно. Всего в конном клубе в занятиях по ипотерапии задействовано 3 лошади – Кассандра, Честер и Бархат. Все они специально обучены, спокойны и доброжелательны. В общем, готовы открыть гостю клуба неизведанный мир и единство с природой. Александра Столярова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.